Бокс не женское это дело. Обычно с такой реакцией сталкиваются те, кто подумывает о тренировке в боксерских перчатках. Но об этих девушках на ринге так и не скажешь. В течение 6 дней в спортивно-учебном оздоровительном центре «Волейград» в селе Витязево проходил женский чемпионат России по боксу. Лучшие спортсменки страны боролись за звание сильнейших в 10 весовых категориях. Кузбасская спортсменка Лилия Едбаева, 21 год. Она уже мастер спорта России. Тренируется под руководством тренера-преподавателя Сергея Шеца. Прокопчанка завоевала золотую медаль на чемпионате России по боксу среди женщин в весовой категории до 54 килограмм. Звание чемпионки России завоевала Лилия Айбаева, Кемеровская область. Спортсменка из Бурятии Наталья Шадрина – чемпионка России по боксу весовой категории до 60 килограмм. Наталья провела 4 боя, в каждом поединке было 4 раунда по 2 минуты. Во всех встречах девушка выглядела увереннее своих соперниц. В финале ей встретилась Айзанат Гаджиева из Москвы. В последнем бою Шадрина удалось провести нокдаун. Именно этот удар смог принести ей долгожданное золото чемпионата России. В боксе надо думать, уметь защищаться, правильно передвигаться и в последнюю очередь наносить удары. Бокс – это сочетание самообороны, фитнеса, кардио нагрузки. В процессе тренировок удается выплеснуть всю накопившуюся негативную энергию и отвлечься от повседневных проблем. 2015 год предолимпийский в календаре российских спортсменов. Именно по его итогам решится, кто попадет в список сборной команды страны, которая поедет на Олимпиаду 2016 в Рио-де-Жанейро. Удачное выступление победителя на этих соревнованиях может подарить им шанс на олимпийскую путевку.